Итак, друзья, всем привет! Сегодня продолжаем тестировать Шедевриум. Это генератор картинок от Яндекса, который заявляет, что в будущем у них будет генерация изображений, значит, различных оформлений, ну, короче, оформлений всего чего угодно просто по запросу и тексту. То есть вы можете не платить дизайнерам, и шапку для вашего канала создадут интерьер, там, возможно, вывески для вашего бизнеса и так далее. Интерьер. Итак, давайте сразу же будем создавать. Вот это мы в разделе Recent. Здесь есть популярные изображения, вот такие вот. Ну, давайте нажимаем плюсик, и здесь будем печатать какой-нибудь текст. Соответственно, ну давайте, котик, значит, на луне в скафандре с цветочком четкое изображение. Generate. Соответственно, здесь у нас, видите, пишут, что минуту, значит, необходимо будет подождать. Ну, а давайте пока обсудим. Представляете, что же будет с дизайнерами, архитекторами? Друзья, я абсолютно уверен, что дизайнеры, архитекторы, ничего с ними не случится. Они, возможно, будут просто чаще пользоваться вот такими изображениями. Значит, будут их где-то вставлять, пользоваться, наоборот, даже это будет лучше для дизайнеров и архитекторов. Вот, то есть какие-то будут идеи, возможно, искусственный интеллект предлагать, значит, и они будут думать, вау, как круто. Ну вот, друзья, вот результаты, смотрите, значит, во-первых, так, я уже забыл, если честно, как там, о, вот, вот первое изображение. Вот второе изображение. Причем эти изображения, они ни с кого не срисованы, не скопированы. Это абсолютно уникальное изображение. И они вот так вот. Ну, конечно, чего-то лучшего я ожидал. Но вот есть как есть, друзья. Можно опубликовать, допустим, давайте нажимаем Publish. И вот теперь вот такие вот изображения. Вот такой вот. Вот смотрите, вот здесь явно круче изображение. Я не знаю, что они наговорили, чтобы получить вот такое, но у меня тоже получались и такие изображения. Давайте посмотрим на мои изображения. Вот. Причем сохранилось всего лишь одно изображение, несмотря на то, что их было 4. Вот у меня очень странно, очень странно. Ну ладно. Друзья, так что вот так вот, сами проверяйте, пробуйте, тестируйте. Это был небольшой тест, называется приложение Шедевриум от Яндекса. Всем пока, до свидания.